Кино на ТВ Рус. Наш кинофестиваль открылся. Я от всего сердца желаю гостям и вам, дорогие зрители, любви. Лицемер. Я вас помню, ваши роли, ваши фильмы. Странно, что меня еще кто-то помнит. Георгий, мне очень серьезно надо с тобой поговорить. Откуда ты здесь взялась? Остановись, Георгий! Ты должен выслушать меня! Оставь меня! Ты трус! Вы в каком номере остановились? 633-м. Думаю, мы с вами еще увидимся. Мамочка! Что это? Вызывайте милицию. Никуда ты не пойдешь. Да я тебя сейчас. Сядь, я тебе сказал. Зачем вы это сделали? Он бы нас всех выдал. Ведь подозрение падает прежде всего на вас обеих. Надо его связать. Валентин Смирницкий и Наталья Селезнева в фильме «Крик в ночи». В воскресенье на ТВ Рус.